Катна пише, що може бахнути. Іди, мама, в укриття, в спальню. Куди йти? В укриття, в спальню, мама. Доля за тобою біжить. На куди мама може піти? О, Господи, долечка, иди сюда, иди сюда, долечка, бежи сюда до мамы, бежи, девочка. Пройдите наиближее укрытие. Доля боится, сразу до мамы пошла. О, Чарлик в укрытие. Лег себе, молодец. Ну, ночью он боялся. Раньше не боялся Чарлик, сейчас боится. Один Вильчик у нас не боится. Не лезь до Чарлика. О, чудики два. Но Чарлик не хочет, чтобы Вильчик ему так близко был. Мешает тебе Вильчик, да? Ну, хлопцы в укрытие. Собаки лают уже на улице. Та бо вона боїться, мама. Приїхав до Пуфіка. Зараз перекурю, буду підніматися на п'ятий етаж, по-моєму. Якось вилізем. Ну, вже намного легше мені, звісно. Вже без палочки хожу. Потихоньку підіймемося. Потому что на улице жарко, ему надо и водички поменять, и покушать дать. Посмотреть, может, песок надо поменять. Ты еще сам попросил, чтобы цветы полить надо. Сейчас еще полью цветы. Но не помню, чья машину закрыл. О, закрыл. Вот такие-то дела. Сейчас пойдем посмотрим. Чи есть беляши, что там в холодильнике покушать есть. О, потихоньку поднимаемся. Тяжеловато, конечно, пятый этаж, но по-моему дойдем. А мне тоже понапихивали там уже нам в калитку водоканала. Это я не знаю, что поприходило. Ну, у нас нету заборгованности за воды. Но все равно приходят платежки. Так, что там Пуфик делает? О, еле поднялся. Господи. О. Где-то все забываю свет выключать. Опа. Не выключать, а включать. Не помню, с какой стороны. Пуфик, где ты там? А что это так гудит? Холодильник так гудит? Да? А что так? Ну, холодильник гудит. Где там карапуз тут? Пуфик, боже! Угадайте, где он? В тумбочке. А что ты там? Иди сюда. Кс-кс-кс. Привет. А что ты там? Что? А что ты хромаешь? Ага, сразу чужой. Иди сюда, иди. А что ты там прячешься? Чего? Что ты там спрятался, а? Малыш, ты что там спрятался, а? М? Карандашик маленький. Ну, что ты спрятался? Идем, я тебе дам покушать. Водички тебе дам холодненькой. Пошли? Идем. Пошли. Ну, такие карапузик, боже. Мордочка такая пухнастенькая. Красавец. Красавец ты такой, а? Ох и красивый. Ох и красивый пацан. Красивый. Оп, на кроватку хочешь. Иди сюда. А что ты прихрамываешь? Что такое? Что у тебя с лапкой? Да он прихрамывает, а что? Ну, сам был знать, что не знает. Сейчас он прихрамывает. Или неудачно прыгнул. Значит, я смотрю на левую лапку, он прихрамывает.
А що ти прихрамуєш, чудик? Прихрамуєш що? Що случилося? Що у тебе лапка болить? Такий смішний в тумбочці сидить. А що ти так прячешся? Там, скажи, мій домик, да? Мені подобається в тумбочці сидіти. Я даже не знал, что он в тумбочке сидит. Тот раз приходил, то он на кровати был. Так, артист. Кс-кс-кс. Иди сюда. Что ж ты хромаешь? Чего? Ну, прихрамывает, видите. На левую лапку. Что? А мурчишь? Мурчишь, значит, тебе нравится. Томас бы уже кусался. Томас бы уже кусался, да, бегал бы. А ты молодец, спокойный. Спокойный. О, надо сумку снять. Ну, понюхай, понюхай сумку. Идем посмотрим, что у тебя там есть. Дадим тебе покушать, хорошо? Умывайся. Умывайся. Умывайся, умывайся. Ой-ой-ой, что у тебя тут чухается? Прикольный кот. Как копилочка. Ну, сильно спокойно он. Ой-ой-ой. Идем водичку тебе поменяем. Опа. Вот Татьяна Васильевна, какой фонарик. Ничего себе. Идем тебе кушать. Да, пошли. Пусть. Кушать, пошли, дам тебе кушать. А, тут что ему, корм. О, целая пачка. Целая пачка. Ну, мисочки маленькие у него странные. Ну, сейчас я ему поменяю водички. Напоим, накормим его. И не будет он голодный, не? Согласитесь. Фух. Душно тут, наверху душно. Ну, посмотрим, что тут в холодильнике. О, тут у меня сырники есть. Светлана тоже пожарила. Опять ничего нету кушать. Да что за фигня? Грибочки одни. Одни грибочки. Сметана есть, по-моему. Да, вот сметана. И все. Голливассер. Это что такое? Винцо, ничего себе. Ничего себе, кто там попивает там. Спиртное, да? Пуфик, пошли. Не идешь кушать? Пошли покушать, пошли. Пошли, я тебе дам кушать. Что ты сидишь? Пошли. Поменял ему водичку. Насыпал корма с горкой. Ну, эту пачку я уже не открывал. Зачем? Если там в этой коробке есть корм, то я пачку эту не открывал. Зачем буду ее открывать? Ну, целая, тем более. Что я буду открывать? Как бы не было там в коробке, я бы открыл. Сейчас чуть-чуть с ним побуду. Я поеду еще в магазин, куплю нашим барбосам какие-то вкусняшки. Ты еще раз заеду к нему. Я думаю, что два раза ему достаточно, чтобы его кормить. Я своих тоже барбосов два раза кормлю. А завтра уже с утра к нему приеду. Что он там делает? Что он не идет кушать? Странно. Не голодный, значит? А, он умывается. Не идешь кушать? Иди кушать. Не хочешь кушать? Ой, артисты маленькие. Давай ушко тебе почухаю, ушко почухаю. Красавец такой, такой красивенький, красивенький котик. Да? Красавец такой, такой красавец. А любит, когда ему под шейкой чухает. Да любое животное любит ласки.
Не, скажи, я тоже ласку люблю. Но Вилька, когда у нас один оставался, мы уходили на работу, мы включали ему радио. Ну, не громко, конечно. Включил, чтобы он там слыхал что-то, разговаривает, музыка играет, чтобы типа понял, что кто-то дома есть. Мы так всегда ему оставляли. Ну, для кота я не знаю. Для кота, может, и не надо. Так вот что, поел, поспал. Это ж не собака. Согласна. Так, музыку тебе включить? Не надо. Так смешно смотрится.